Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас обзорчик и тест Минотавра на максималочке. Мы сегодня его прокачаем по максимуму и посмотрим, что же все-таки он себя будет представлять. Так, сейчас, секунду, ребятушки. Поехали. Посмотрим, что там у нас. Все как всегда, все подкручено. Так, давайте докачаем сразу же скины. Так, надо еще 10, чтобы на максималку докачать. Не дала, зажала, короче. Ну, это такое, докачаем потом на максимум. Так, тут тоже не хватает. Окей, поехали, смотрим нашего Минотавра. Сейчас посмотрим, что с него получилось, потестируем. У меня такой вот вариант ремочный есть, пактом. Ну, ремка, как бы я показывал, самый оптимальный вариант. Вы можете поставить железную волю. То есть варианты разные есть, и не париться. Так, есть, поехали. В принципе, 760 сегодня уже апну. Смешно, конечно, на это смотреть по сравнению с русским сервером. И сегодня, по-моему, если я не ошибаюсь, половину Розалинды продают. Такс. Сейчас будет жесткий Минотавр. Как хорошо, когда у тебя ресурсов хватает на все, а не сидишь, блин, бомжуешь, как на русском сервере. Винки, блин, обогнали основу. Смешно просто. Так, окей, есть. Почти финишная прямая уже. Идем тестить, посмотрим, что он сможет. В принципе, нам для теста надо подземки, экспедиция. Возможно, на битве гильдии протестирую, если хотите, напишите в комментах. Так, я думаю, он и так будет выносить все здания. Вот так вот, финишная черта, оп. Что у нас Минотаврик говорит? Плюс 20, ребят, 24 500. Я офигею, и жизни, конечно, уже у нас тоже немерено. Ну, давайте где-то... Давайте даже зачем смысл тут от ангела, лучше поставим слона, чтобы от стана была защита. И поехали. Поехали, где-то в рейде кого-то лупнем, посмотрим. Что же все-таки с этого будет? Так, отлично. Просто унесли. Он ушел в инвиз. Отлично. Значит, все нормально. Так. Ищем Расту без юнитов. Или сейчас Анубиса поставим. То мы так долго будем искать. Так, давайте фрайку кинем. Ну, тут, по-моему, без вариантов. Давайте магию возьму. Поставим сюда Нубиса.
Где там римки эти? Так, окей. Поехали, посмотрим. Посмотрим, что там. А как там? Такс. Давай, 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 дорогой. Бум, 100%. Интересно. Хотелось бы, конечно, найти кого-то с прокачанными зданиями, но сейчас пойдем по топу поищем. Кстати, нравится мне, что Фрейя выбегает. 100%. Без вариантов вообще. Просто, вот это просто жестко, ребят. Это действительно жестко. Так, ну давайте пробуем. Там все переживали, что битва гильдий будет. Все печально. А ну без давай ключи. Блин, все никак ту фраю не включит. Ладно. Ну, в любом случае, такое усиление, как видите, у него жизни, блин. Плюс 250, считайте, тысяч. Это однозначно плюс. Он не будет так быстро дохнуть. И это реально радует. Так. Давайте топов поищем. Это будет поинтереснее. Какой-то второй решил ко мне подобраться. Так, не получится. Это греки. Одни греки. Так. Так, Розалинда, вижу. Ну, зацепил ее или нет? И у него забор ломается, что ли? Офигеть. Так, как бы мне сюда теперь райки кого-то вытащить? Вот, отлично. Итак, бух, и все. Ну что вы на это скажете? Вот вам битва гильдий. Ставьте больше фрей на деф. Без фрей хреново, потому что фрей вражеская послевает. И с фрей хреново, потому что... О, ничего себе, 99%. А знаете, почему 99% не хватило по ходу одной цели? Вот так вот. Но опять же, это без всякого бафа, ребят, без всего. Себе просто взял, выпустил и хлопнул разок. Так, делаем то же самое. Ну, я думаю, вы видите сами, что урона тут больше, чем достаточно. Мне кажется, Фрейя даже, наверное, стычки сейчас не вынесет его. Сейчас посмотрим, запустим подальше. Да, 226 тысяч максимум Фрейя ударила. Жестко. Вот это вот такого Минотавра, и в принципе там многие боялись, у кого есть Минотавра. Минотавр есть, что будет плохо, потому что здание качнуть, и на этом все типа закончится. Блин, ну не могу напасть на него. Давайте еще кого-то интересного поищем. То есть Минотавр как шатал, так и будет шатать. А еще можно бафы ему добавить. Поэтому тут нереально просто. Я же говорю, против Минотавра только надо строить деф. И опять же, очень много нюансов разных. Давай, Анубис. Ну, кстати, тут вот башенки есть. Мне бы фрайку еще сюда, конечно, было бы неплохо. Так, отлично. Отличненько. Давай, 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 давай. Всех слил юнитов. Опускаем Гаргулчика. И Минотаврик. Опа! Все. О чем вы? Какие здания, какие проблемы? Ребят, у кого был Минотавр, он как таскал, так и тащит. Прокачать его, думаю, у кого есть Минотавр, ну, у кого проблемы, это я думаю, у кого есть Минотавр, нету проблем с битвой гильдии. Я не знаю, я уже не знаю, какие тут варианты вам еще показывать, но вы, в принципе, сами все видите, что тут просто... Просто мега трэш. Так, еще есть Фрейя или нету? А, у него Фрейя нету. Печально.
Ну, в принципе, правильно, что фрея нету. Я вам показал, что бывает, когда есть фрея. Ну, где-то его так запустить. Возле Лазули, конечно, запустим. Там Махатма. Ну, ладно, попробуем. Попытка, не пытка. Конечно, его, наверное, сейчас Лазуля зафиячит. А может, нет. Ну, жизни, как видите, дофига все. То есть, без вариантов. Давайте потестируем на экспедиции. Думаю, тут тоже интересно посмотреть, что он все-таки сможет. Так, сейчас я уберу смотрителей. Так, отлично. Ну, мы тут сейчас быстренько это все пройдем. Тут без вариантов. Тут one. Я думаю, он все затащит с одного удара. Должен, по крайней мере. Единственное, что здание может одно остаться. Поэтому, ребят, любая база выносится фактически за один удар. Единственное, что количество целей может немножко больше быть, и он может не слить. Ну, я думаю, это не про... Ого, ничего себе. А, там юниты были, я думаю, нифига себе. Нарвались. Должен ваншотить полностью все с такой атакой. Можно ему для отражалки даже поставить руны или прокачать с другим талантом этим новым. То есть вариаций очень много. Ну все. Так, ну давайте поменяем. Может, найдем что-то интересное. Вот, огник, все дела. Один удар. То есть не знаю даже. Unreal. Так. Ну, давайте, я не знаю, давайте с пятерки начнем. С пятой посмотрим. Та-та-та-та-та-та-та. 10%. Хорошо, не вопрос. Значит, пробуем с магией. Ну, тут целей очень много, поэтому... Вариация, как бы, так, немножко не туда зашел. Так, один раз ударил. Посмотрите, он там героя просто выбивает с одного раза. Два раза. Конечно, единственное, его сейчас, наверное, ушатают. 55%, 3, но на четвертый не хватит времени, да. Вот так вот, 4 удара, в принципе, и подземка пройдена. Так, хорошо, пробуем дальше, пробуем шестую. Тун-тун-тун-тун-тун. Let's go, дик. 20% уже. Конечно, 6. Ну, отхил нужен. Не добежит. 5. Сейчас попробуем с отхилом. Пятьдесят 7%, ребят. Ну все, его снесли. То есть то же самое. Практически один выносит в два удара. Двадцать 5%. Ну, такое.
Хорошо, а если попробуем сейчас усиление кинуть? Тридцать девять, ну, я думаю, более чем достаточно, ребят. Роном должен вынести. Так, хорошо. Давайте еще потестим тут. Что нам он тут скажет? Тут целей побольше. Блин, энергию снимают, сволочи. Ну бей! 7% всего. Ну посмотрите, он выносит прилично. Учитывая то, что тут нету бафа такого, как должен быть. Он 30 сносит. Что еще надо? То есть вопросов по битве гильдии, ну, думаю, ни у кого нет. Давайте. Давайте попробуем тут еще. Ради интереса. Просто его одного выпустим. Ничего себе. Так, ну, блин. Убейте моего Атланта. Не знаю, как по мне, реально просто жесть полная. 20-й прорыв для Минотавра — это нечто. Так, ну тут понятно, мы будем все тащить. Ну, в принципе, я вам так все показал, где его можно применять. Я не знаю, что еще такое интересное вам показать. Давайте, может, ну я вряд ли древних сейчас что-то сделаю, это как раз его противоположная фракция, но его скорее всего сейчас смотритель уберет, поэтому смысла нету. В общем, вот как-то так, ребят. То есть такой вот герой прокачан, и думаю, он все-таки будет решать, считать противоположной фракции красной. Можно тащить тоже. Ну хотя очень-очень, кстати, хорошо красных сливает, смотрите, они в первую очередь, кроме Махатмы, конечно же. Ну там Фрея шатает. Тут Минотавра надо брать. В общем, такой вот Минотаврик, я не знаю, мне реально он зашел, и смотрится он круто, и дамажит. То есть такое вот. Пишите в комментах, что вы думаете. Ну я думаю, хотите на битве гильдии его потестю. Но я думаю, там все равно никаких изменений не будет, если он в экспедиции дамажит с такой силой. То, в принципе, против любого топа такое же. То есть, не знаю, видите, не могу на него напасть, к сожалению. Тут еще один какой-то есть. Вот тоже, кстати, прокачка есть вся. Давайте попробуем. Отличненько. Отличненько. Сейчас мы выманим чуть-чуть подальше Гаргулу, пусть сольют Анубиса. Так, Гаргул и Минотавр. 93% башенку не добил. Ну это ж по сути это не проблема. Смотрите, с Гаргулом что они сейчас вытворят. Должны. А, Гаргул сейчас не включится, к сожалению. Чуть-чуть не хватило. Но все равно, даже так, я думаю, у него тут тоже прокачано на максималку. Чуть-чуть не хватило, но это не проблема. Доберете другого героя, просто добиваете стычки. Вот так вот. Такой вот имба минус. Ничего не поменялось, как тащил, так и тащит. Пишите комменты, подписывайтесь, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.